Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июля, и вот у меня многие уже просят, покажите, скажите, какие сорта спеют самыми первыми, в теплице или в открытом грунте. Я вот сегодня помаленьку начала показывать и рассказывать на эту тему, но мне сейчас еще более некогда, чем весной. Если весной я высаживала, было некогда, а теперь проблема, пасынки прут как ненормальные, и на улице, и везде. И я вот полноценный видеоролик мне снимать некогда, но о монгольском карлике мимо его я пройти не могу, потому что этот вопрос его выращивания в теплице нынче было спорным. И когда я сказала, что я буду высаживать в теплицу монгольского карлика, многие-многие писали, что расти он здесь не будет, что это именно томат для открытого грунта, не нужно его в теплицу. И только один человек, по-моему, Наталья Стадник, ну не помню фамилию, извиняюсь, сказала, что она выращивала в теплице, растет он там прекрасно. Я все-таки рискнула и высадила. И вот смотрите, этот же самый монгольский карлик, он одним из первых начал спеть. Ну, конечно, не он один, там и Спиридон, и Джин, и Толстый Джек тоже спеют. Но дело в том, что ему в теплице понравилось, плодики у него такие крупненькие. И вот сейчас, начало июля, в открытом грунте плоды завязавшиеся есть, но они еще не поспели. Высажены они были, посеяны в один и тот же срок, и вот в теплице он опережает своих уличных собратьев, и смотрите, прям хорошенькие такие, все ему тут нравится, сейчас на удаление сделаю, покажу вам, какой большой куст. Куст, конечно, вот такой разросся во все стороны, он тут уже уперся у меня в стенку, полез еще дальше, ему уже надо вширь. Единственное, что здесь ему маловато места, но я много места ему не стала отводить, потому что я не знала, будет он здесь хорошо себя вести или нет, потому что думала, вдруг он не сможет здесь расти, я его выдерну, да и все. Оказывается, он здесь растет хорошо в теплице, ну, он как у стеночки в торце, и еще и одним из первых начал зреть, так что иногда можно и монгольского карлика, который чисто вот для открытого грунта позиционируется, подсадить в теплицу, и несколько кустиков для получения раннего урожая, потому что здесь он поспел раньше, чем на улице. Ну, конечно, не поспел, но уже видно, прям буквально дело нескольких дней, и он будет спелый. Все, до свидания. Вот это монгольский карлик, который в теплице зреет, вопреки всем предсказаниям, что ему здесь не понравится. Листья тоже зеленые, здоровые, выглядит очень хорошо. Еще много вот таких молодых завязей. Все у него завязывается, даже видите, вот совсем крошечные завязи. Вот завязи, вот он прям целыми кистями, вот кисточка, вот, вот и дальше пошло. И в эту сторону, ой, сейчас подождите, покажу. Вот видите, они прям гирляндами завязываются. Это монгольский карлик 2 июля.